2 метра в высоту и больше 5 метров в ширину. Мусорный контейнер около дома номер 89 на Михайловском шоссе переполнен. Здесь сотни пакетов с бытовыми отходами. Под их слоем контейнер уже и не видно. Мешками рядом можно наполнить еще как минимум 3 таких же. Они всегда обычно в таком состоянии, но тут уже с прошлого месяца не увозили. Не знаю, вот как в другом районе в Рязани, да? Но у нас постоянно раз в 5 дней, в 6 дней вот так вот. И вот постоянно вот такая вот большая куча копится, а сейчас вот уже с того месяца получается. Она, естественно, воняет, тут дети гуляют, нюхают это все. Однако управляющая компания действовать не спешит, ведь мусор не вывозят с 30 июля. Местные жители уже хотят писать петицию. Признаются, что раньше любили гулять во дворе, но теперь вынуждены искать альтернативные места отдыха. Вот даже мухи уже летают. Нет, да, здесь мы не ходим, всегда обходим в другую сторону куда-нибудь. Запах сильный очень. Микрорайон на Михайловском шоссе построен недавно. Здесь много семей с маленькими детьми. За время работы съемочной группы мы увидели десяток молодых мам с колясками. Все они вынуждены лавировать между переполненными мусорными контейнерами. Ведь таких в микрорайоне еще 2. Около дома номер 77 мешков в 2 раза больше, чем положено. Когда проходил мимо, сейчас вот увидел, такие негативные, вроде бы новостройки, все должно обслуживаться, все должно вовремя убираться, такие горы. Поэтому очень-очень странно. Аналогичная гора и за последней линией домов. Здесь мусора хватит еще на 2 таких же контейнера. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».